покупаем, старье берем, старые вещи покупаем. Эй, погоди маленько, сейчас вынесу кое-чего. Давай, давай. Хлеб сегодня две буханки выменял. Всегда одну менял. Тут я его сразу пасать начал. Смотрю, он посек накупил. Никогда раньше не брал. Головастый гусек. Прям прокурор. Позвольте предложить вам панталоны заграничные, прошлые, из бельгийских кружев. Почем панталончики торгуешь? Дефективный. Постой. Постой! Постой, скажу! Ты где взял изумруды? Говори, а то убью. Нет, говори! Нельзя! Нельзя! Колю накажут! Что за церковь Никиты Мученика? Где она? Говори! Это не церковь, нет! Что это? Не церковь, он не церковь! Не церковь, что это? Кто он? Говори, собака! Кина! Где школи, Кина? Погрязь, эй! Супер моя мать! Ну, погодь! Куда, мужик, расшибешься? Слышь, ну-ка стой, придурок. Мужик, ты куда упадешь? Руку давай! Упадешь! Руку! Руку! Парни, парни, видели? Да. Смотри. Что это было? Сорвался, что ли? Знаю. А он спрыгнул. Константин Григорьевич. Константин Григорьевич, я его не пущала, он сам ворвался. Константин Григорьевич, простите за ночное вторжение. Дело не терпит отлагательств. Глаш, выйди. Простите. Алексей, только давайте. Кратко, у меня был тяжелый день. Хорошо. Хотите коньяка? Хочу. Константин Григорьевич, я считаю, будет правильным, если моя сестра все вспомнит. Вы как флюгер. Зачем вам это? Вы мне можете помочь? Мадычек, я обещал вашему отцу сохранить в тайне все, что касается Лиды. И несмотря на то, что его больше нет, я сдержу свое слово. А вот ваши неуемные чувства и желание все разворошить в ее прошлом могут погубить ее. Вы это понимаете? Вот вижу.
что понимаете. Так что смиритесь с этим. Я ее люблю. И я хочу, чтобы она знала, что я ей не брат. А вот это уже позиция эгоиста. Подумайте о том, что если с ней что-нибудь случится, вам будет еще тяжелее. Подумайте об этом. Съезжаем с Москвы. Он дал нам 2 недели. На что, на сборы? Да чтобы мы нашли этот чертов клад. Да нет никакого клада, Гиля! Нет никакого клада. Его, небось, растащили сразу, как хозяев шлепнули, Гиля. Пицанский, что нам достались? Кто-то спер. Те, кто спер клад. Он что, этого не понимает? Гиля, ну? Гиля, он же с ума съехал, с тех изумрудов. Гиль! Завтра подашься в Султановку. Там Коля Непман ошивался в последнее время. Султановку? Что это? Шо-шо. Деревня такая, рядом с Москвой. А через кого он узнал, что придурочный там ошивается? В НКВД у него тоже есть кто. Ищет. Это что, Гиря? У него и в НКВД свои. Гиря, так бечь надо. Да ничего не найдем, ни черта, нет никакого клада. Не рыбы! Будем делать то, что делали прежде. Искать, где этот Никита мученик. Будет скоро. Гиря мученик и Чинаря мученик. Такое, Моть. Ничего. Вулкан скулил. Своевольный пес. Не любит на цепи сидеть. Весь меня. Мотя. А сколько стоит беличья шубка, которую мы с тобой в Тарксине шили? Тебе зачем? Так. Рублей 800, по-моему. Золотом, конечно. Ты золотом платил? Я не платил. А тебе зачем? Ну, так. Артистка одна знакомая из Большого театра. Тоже себе соболью шубу шила. И сестра ее шила. Верочка, помнишь? Волгина. Но жена летчика. Ну, она себе личу шубку тоже шила. И шапочку. Муфточку. Никто из них золотом не платил. Точно знаешь? Я разговаривала с Серебровым. И он разрешил. Я, правда, не знаю, по какому курсу. Знаешь, по какому? 1:5? По курсу Госбанка. Но тарксиновский рубль сейчас на черном рынке до 60 доходит. Это ж получается какие деньжища? 2 соболи шубы, 2 беличьих манто. Какая же ты сука. Но сейчас ты переиграла. Нет, Серебров, конечно, может и спит с женой друга. Но воровать не станет. Таксин для него не пришлая баба. Настоящая любовь.
Ну-ка, вставай. Тебе ехать пора. Сбежал. Вот сука. Сейчас я кофе сварю. Повскакивать с позаранку. Спасибо, не нужно. А вы что это? Сами, что ли, сварили? И посуду, что ли, помыли? А уже уходите? А как встанешь, что сказать? Скажите, что я его люблю. И что ушла на работу, а то в такси не ругается, когда работники опаздывают. Мне еще домой переодеться. В Тарксине отыщите оценщика Бокова. Он вам ее покажет. Дорогая моя, неужели эта барышня стоит такой драмы? Она же попросту увела у вас любовника. Найдете другого с вашим-то талантом. Она потопила мой флагманский крейсер. Да. Серебров был моим генералом Корниловым, если хотите. И на этом крейсере я планировала отплыть за границу. Мы уехали бы в Лондон, это было бы прелестно. У него там связи, опыт, знакомые. А теперь все рушится из-за этой барышни. Да, он шаг маляр, шаршаляк. Фам фаталис Тарксина. Неплохое название для какой-нибудь простенькой фильмы для холостяков. О, она прекрасная нежна, как майская роза. Вам бы понравилось. Ну, вы же знаете, я работаю не для себя. В Москве есть много ценителей. Я только эксперт. Старые времена. Вас бы назвали проще. Сводник. Лёш. Я думал, что не придёшь. Ну как же так? Я же твоя сестра. Будешь чай? Нет, спасибо. Что здесь произошло? Да, ничего страшного. Да, я посмотрел папины документы и почитал разные его рабочие записи и нашел для тебя кое-что интересное. А что? А, ту девочку звали Софья. Софья? Да. Она жила в Москве рядом с собачьей площадкой. Отец перевез ее в Петроград по документам моей сестры Лиды. Сестра и мать умерли от тифа незадолго до ее появления. Зачем он ее перевез? Чтобы спасти. От кого? Я не знаю. Отец считал, чем меньше я знаю, тем безопаснее для меня и для нее. Это девочка ты. Я рассказал тебе все, что я знаю и что понял. Судя по отцовским документам, я обещаю, я узнаю все, что тогда произошло. Я же твой брат. Ой, ну приехал. Так, все. Билетики не берем. Так. Пойти, молодец, с билетиками. Да, никогда не берем. Да, аккуратнее. Билетик берем. Хорошо. Да, я возьму.
билетик берем. Остановка Смоленская площадь. Торгсил. Выходим. Выбирайте, граждане. Выходим. Осторожно, трамвай отъезжает. Разрешите зайти. Спасибо. Здрасте. Боже мой, какая бабочка к нам впорхнула. А точнее, светлячок. Ты прям светишься вся. Я просто рада тебя видеть. Ну, естественно, я звезда. Но думаю, что искришься ты, а точнее, серебришься совсем по другому поводу. Что ты такое говоришь? Я ничего. А он, в смысле, товарищ Серебров уже здесь? Нет, но ждем с минуты на минуту. Знаешь что, пойди-ка ты выпей чаю с лимоном. Больно довольная. И не забудь расписаться. Вася. Частная жизнь Петра Виноградова. Говорят, веселое кино, там артист Ливанов играет. Я не пойду. Почему? Потому что я не могу. У тебя случилось что-то? Случилось, Вася. Случилось. То случилось, что я старше тебя на 7 лет. Ты только из мамки вылез, а я уже читала все вывески в Витебске. А когда у тебя выпал первый молочный зуб, меня зажимал соседский додик в чулане. Я знала, зачем. И что? Что, что? Я не знаю, что с тобой делать. Вот что. Я подумаю. Ты Максим, что ли? Ну, я Максим, а ты кто такой? Из Торгсина я, торговый представитель. Слыхал о таком? Золото, серебро скупаем для нужд государственной казны. Есть чего? Семёныч, принимай. Да. Ишь, какой ушлый. Я тебя не знаю, а ты ждешь, чтобы я тебе золото сразу вынес. Нет у меня ничего. Нет, так нет, я же не настаиваю, твое дело. Про украшения спрашиваю, может, есть у кого? Слыхал, у вас тут зажиточный какой-то есть. Никита вроде кличут. Да нет у нас зажиточных. Мы всех кулаков давно раскулачили. И Никиты тут вроде нет. Может, в бывшем имении князя завелся? Какое имение? Бывшее имение князя за рекой. Тоже Султановка. Там колония беспризорников. Чего ты мне про басоту чешешь? Я тебя про зажиточных спрашиваю. Да какая басота? Может, они клад нашли? У них автомобиль полуторки есть. Откуда? На что они жируют-то, а? Какой клад? Изумрудный. Сам старый князь зарыл. С тех пор все ищут. Может, эти голоногие наши? Где имение? За рекой? Там. Там ищи своего Никиту. Добро. Добро. Здравия желаю. Где мне найти Сокольского Алексея Львовича? Он там у себя по лестнице. Эти узоры были в моде еще в средние века.
а потом долго еще пользовались популярностью. Вы правы, коллекцию собирали явно сотни лет. Тем более удивительно, что о ней ничего не известно. Их могли прятать. От сглазу. Скажешь тоже. Разве можно драгоценности сглазить? Фамилию драгоценности действительно прятали, и именно от сглазу. Если они имели какое-нибудь ритуальное назначение. Но эта коллекция совсем не похожа на ритуальную. У нас тоже икона есть. Мама прячет ее, чтобы отец не ругался. Их этой иконой на свадьбу благословили. Свадьба? Ну, конечно, свадьба. Свадьба – это семейный ритуал. Mm-hmm. Через фамильные драгоценности невесте передавалось благословение предков. Вполне возможно, изумруды предназначались для узкого круга семейного торжества. Только для своих, чтобы украшения, а вместе с ними невесту, не могли сглазить чужие. Свадьба. Как же я сам не догадался. Следовательно, если невесту и украшения так сильно оберегали от сглаза, значит, это был старинный род с древними патриархальными традициями. Но изумруды — это странно. Почему странно? Да потому что в Руси на свадьбу обычно надевали яхонты, то есть рубины. Это камень любви. Женихи дарили его невесте. Выходит, что в семье, которой принадлежала эта коллекция, почему-то было принято дарить изумруды. Нет, этого не может быть. Этого не должно быть. Сокольский Алексей Львович? Да, это я. Вас приказано доставить по назначению. Да что ж ты такое упертый, это лейтенант? Я тебе еще раз говорю, нет у тебя оснований его забирать. Он пойман при попытке скупить краденое. Я долго за ним следил. И даже пришлось прибегнуть к маскировке. Молодец. Так что ж вы тогда мешаете проведению важного следственного мероприятия, товарищ Серебров? Это вы влезаете туда, куда вам не надо. Товарищ Мельников не только оценщик Тарксина, организация, которая выполняет важное государственное задание по обеспечению страны золотом. Товарищ Мельников также наш агент по выявлению краденных ювелирных изделий. И его задача — задержать вас. Пока вы здесь, денег ждали. Он бы из соседнего кабинета вызвал меня и милицию. И сдал бы вора органам, так как и положено, честному советскому гражданину. И не помогла бы вам ваша маскировка. Поэтому ищите преступников в другом месте. Хорошо. Хорошо. Мы здесь еще раз все хорошо проверим. Браво. Виктор Иванович, браво, спасибо. Вы меня просто спасли. Еще раз попадешься, сам будешь выпутываться. Ага. Рассказывай про кулон. О, вам понравится. Это удивительная вещица. Она из коллекции, из знаменитой коллекции князя Охрубекова. Нет, я сам эту коллекцию не видел. Мне только рассказывали. Но это, несомненно, она. Удивительная, неповторимая огранка. Охрубеков, ты уверен? Да. А что не так? Ты чего ищешь, мел человек?
Батя, здесь бывшее имение князя? Оно самое. А теперь тут трудовая колония. Для беспризорников имени Максима Горького. Что, самого Горького? Да. Может, знаешь, есть здесь Никита какой? А кто тебе про Никиту говорил? Дружок мой. Колей Непманом кличут. А, Кольку знаю. Свихнутый немного. Чудик такой. Да-да-да-да-да. Для колонии калоши. В Неп переправлял. А как Неп кончился, так и разум у Николая закончился. Подкармливали мы его раньше здесь. Точно он, бать. Батя, уверен ты, что Никиты нет? Уверен, уверен. Я давно на этих воротах стою. Может, я напутал чего, а? Никита, может, храм какой или часовня, а? Так тебе храм или человек нужен? Я из Торксина. Понимаешь, ищу золото, серебро для скупки. Так вот, Коля сказал, что... Вроде у Никиты мученика есть. Но что он говорит там, не поймешь. Да нет тут никакого золота. И никогда не было. Ошибся он. А в деревне говорят, что бывший князь клад изумрудный заныкал здесь. Может, нашел-то, а? И деревенские тебя на эту утку купили? Че ржешь? Враки? Да враки, конечно. Никакого... Клада я не прятал. Да и не было у него никакого клада. А что было? Большевики забрали, вот у них и спрашивай. Не обижайся. Не тебя одного дурачка на эти сказки купили. А что есть в имении, так это племсоли, которые в мастерской ребята делают. Деньги пытаются заработать. Ладно. Благодарствуй, отец. Давай. Сторожить дальше свои племсоли. Ага, хорошо. О! Никит, а с кем ты тут лясы тащил? Так это знакомый один. Заблудился. Бегите в хату скорей. Там на обед уже всех позвали. Как там, центр этого? Благодарю. Следующий. Простите, вы Боков? Совершенно верно. Я от Анны Ильиничны. Мне нужна Лидия Сокольская. Коля, меня не будет 10 минут. Что так точно? Женится кто? Зам наркома. Белов приехал вместе с сыном. Я так думаю, вроде сватовства. Приветствую. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Будешь на Первомай, на трибуне рядом с мужем стоять. Не забудь нам ручкой махнуть. Скажи, ты тоже, Виктор Иванович. Поздравляю тебя. Рад за тебя. Спасибо большое. Ну что, может тебя домой отпустить? Нет, что вы, что я же понимаю, что отдел не на кого ставить. Сознательно, как конечно. Надо будет тебе в виде премии приданное какое-нибудь сочинить. Поздравляю. Серебров. Ну, хотел с тобой парой слов перекинуться. Может, в ресторан? Пойдем, час времени у меня есть. Угу. Ну, как торговля? Соберешь миллион к сроку? Раз обещал, сделаю. Цель у меня, сам знаешь. Я уже говорил о тебе. Если станки оплатим твоим золотом, твой вопрос готов рассмотреть.
Спасибо, Андрей. И вот еще что. Завтра приезжает немецкая делегация. Мы у них покупаем станки для ЗИСа. Но цену они заламывают. Вот что я подумал. Давай-ка мы их здесь примем, накормим, напоим как следует. Постараемся цену снизить. Не вопрос, привози своих немцев. Примем по первому разряду. Я хочу, чтобы ты с ними поговорил красиво, как ты умеешь. Про индустриализацию. Про то, что мы не капиталисты какие-то, не для прибыли станки покупаем, а для народа. Карл Маркс тоже немец. Он в «Капитале» все правильно написал, только они не доперли почему-то пока. Выступишь? Я, конечно, не Карл Маркс, но постараюсь. Андрей, можно я обнаглею и попрошу тебя об одном одолжении? Ну, давай. Мне нужен пропуск в архив НКВД. Я хочу посмотреть материалы по делу князя Хрубекова. Зачем? Если мне повезет и получится вернуться, я хочу быть уверен, что ничего не упустил. А ты уверен, что хочешь ворошить прошлое? Ладно, вижу, что хочешь, иначе бы не попросил. Через пару дней позвони мне, сделаю пропуск в архив. Спасибо. Только мне сегодня надо. Ну ты наглец. Ладно. Сделай бутылочку такого же для меня и для начальника охраны, чтобы вопросов не задавал. Поехали. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen und ich bringe meine Kollegen mit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte, junge Dame. Hätten Sie einen Moment Zeit? Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, wie wunderbar Sie Deutsch sprechen. Поразительно. Спасибо. Я по вашему акценту сразу догадалась, что немецкий вам не родной. У вас хороший слух. Я помню, слышал такое же дивное произношение на одном приеме в посольстве. Была выставка молодых немецких художников. Кстати, очень интересные были картины. Простите, пожалуйста, а вы кто? О, простите, моя дорогая. Аркадий Яковлевич Свенсон. Я искусствовед. Очень приятно. Хотите, я покажу вам, где находится скупка? Или у вас уже есть товарная книжка? О, благодарю вас. Я здесь уже все сделал. Просто я услышал ваш немецкий и захотел сделать вам предложение. Какое? Дело в том, что я часто организовываю светские приемы. И там, как вы понимаете, всегда много иностранцев. А ваш немецкий волшебный. И девушка вы очаровательная. Вот я и подумал пригласить вас на одно мероприятие. Спасибо большое. Ну, какие светские мероприятия? Я для них не гожусь. Ну, почему же, моя дорогая? Лида, срочно всех во двор. Там ЧП. Что случилось? Бочка с селедкой перевернулась. Конечно. Я прошу. Вы говорите, светские приемы, у меня селедка, любимая работа. Всего хорошего. Алексей Львович, а что вас конкретно интересует? В заявке для допуска этого не было указано. Вот. Мне ваше лицо знакомо. Вы ведь уже бывали у нас в охране? Да. Когда писал книгу. Вы мне тогда юсуповские бриллианты показывали. А, да. Ожерелье или каскад? Точно. Да, магическая вещь. Уже продана за границу, к сожалению. Но зато теперь эти бриллианты будут вращать турбины Днепрогресса. Я давно в этой секции не был. Здесь ювелирные украшения без меня принимали. Давно еще. Может, и Хрубековские есть. Это каких Хрубековых? Который кровавый князь? Именно так. Драгоценности доставили из Южного имения. Князь вывез все свои драгоценности туда, где воевал. У меня там старший брат погиб. Его Хрубековские каратели изрубили на куски. Сожгли село вместе со стариками и с детьми. Последнего князя Хрубекова кровавым называют не зря. Побудьте здесь.
А вы с какой целью Ахрубековым интересуетесь? С научной. Разрешите? Да. Я изучаю историю русского ювелирного искусства. А что их изучать, кровопийц? Забыть надо и поскорее. А те, кто остался к стенке, как они нас? Товарищ правильно делает. Историю знать надо. А почему вы думаете, что эти ваши изумруды ахрубековские? Ну, это пока только предположение. Гипотеза. Мы с коллегами разбирали архив Новодевичьего монастыря. И вот в одной из книг было упоминание об изумрудном ожерелье, которое принесла в дар монастырю одна из княгинь Ахрубековых 200 лет назад. Там было сказано, что это ожерелье – часть фамильной свадебной коллекции, и это ожерелье подходит по описанию Потоштова в музейном хранении в 1919 году. Ну и память у вас. Прямо как у товарища Жданова. Он тоже все речи без бумажки говорит. Ну вот, вывезено из имения князя Ахрубековых под Новочеркасском. Вот это да! Товар хорош. Бриллиант чистой воды, это ваша девочка. Так ли? Вы думаете? Красиво, умно, открыто. Давненько у нас таких не было. Да что там говорить, не было вообще. По мне так простая провинциалка. Не скажите. Она не так уж проста. Там в глазах такой не на 20 лет, поверьте. Думаете, можно подложить под любого клиента? Даже под Егора? Именно так. Прелестно. Не время водку-то пить, Гиря. Ты совсем берега попутал. Давай сигай отсюда, пока башку тебя не свернул. Не свернешь. Я же теперь еще для тебя самый важный человек. Может, водки тебе налить? А что не налить? Налей. А, иди. Стой! Я что видал, не поверишь! Че ты видал? Висюльку! На картинках твоих намалевана девчонка, она ее в сумочке возит! Как тебя видел, в трамвае носом уткнулся! Запомнил ты ее, а? Да какой там в трамвае так сожмут, что голову не закинешь, чтоб морду лица рассмотреть! Ты не тарахти, ну-ка смотри внимательно. Во! Гиря, оно! Ей-богу! Ну, давай подробно. Где видел? Какой трамвай? Куда ехала? Где сошла? Все расскажу, Гиря. Все. Клад есть. Я учую. Здравствуйте. Я ищу сестру. Она тут переводчиком работает. Мне в Турксине сказали, что она здесь. Сокольская? Да, все верно. Вот она. Переводит нам меню. Спасибо вам, Лидер. Привет. Привет. Я был в Гохране. У меня для тебя есть интересная информация. Этот кулон – часть старинной свадебной коллекции. Но дело-то даже не в этом.
Я и кулон этот тоже там видел. В Гохране хранятся качественные копии. Я это по камням определил. Но знаю одно, наш кулон, он настоящий. А чей это свадебный набор? Этот набор принадлежит князю Хрубекову. Кровавому князю? Да. Я совсем запуталась. Зачем папа хранил этот кулон? Отец никогда не говорил со мной про князя. Но это не может быть просто случайностью. Мы должны во всем разобраться. Но как? Нужно поехать к одному человеку. Возможно, он поможет. Поехали. Самсон Игнатьевич, я все практически перевела. Скажите, а товарищ Серебров вернулся? Нет. Леш, напиши адрес, куда мы поедем. Да. Передайте, пожалуйста, ему, когда он вернется. Все передам, не волнуйтесь. Спасибо. Пойдем через магазин. Угу. До свидания. Молодой человек, здравствуйте. Денежку подать, пожалуйста. Хлеб, хлеб. Хлеб. Есть нечего. Тут у нас зашла Еря. Гадам буду тут. Ой, Еря. Ты что раз худдохтался раньше времени? Молчи. Здравствуйте, дай-ка на хлеб. А что это за такое? Шкиды, вы что тут вышиваетесь? Ну-ка, пошли отсюда. Что такое? Помнишь, ты мне про деваху рассказывал, что с кулоном зеленым выходил из ломбарда? Помнишь? Ну, давай. Че? Ты же ее тоже видел? Ага. Описать сможете? Да что описывать-то? Она почти каждый день торксин таскается. Я уж там заприметил. Хорошая деваха-то. Красава. Покажете? Она, что ли? Она? Да. Только валите отсюда, не светитесь. Еще раз вам говорю, я не могу взять на себя такую ответственность. Я обещал вашему отцу, да и... Ну, вы хоть понимаете, как это опасно? Это может закончиться чем угодно. Инсультом, комой. Вы понимаете, что... Что Лида может умереть? Деточка, вам лучше принимать порошки. Так будет лучше для всех. Нет. Думаю, в городе можно найти еще кого-нибудь, кто сможет помочь. Ну да, кого-нибудь. Какого-нибудь шарлатана, который разведет вас на большие деньги. А что еще хуже, угробит вас. С вашей помощью или без, но я пройду через это. Всего доброго. Стойте. А для вас это действительно так важно? Да, очень. Когда хотите начать? Сейчас. Ваш отец с помощью гипноза внушил вам ложные воспоминания поверх настоящих. Таким образом, вы стали его умершей дочерью. Ложная память вытеснила ваше прошлое на самое дно подсознания. Ваш отец надеялся на то, что похоронил его там навсегда, но что-то не сработало.
замочек открылся, и вы настоящее выбираетесь наружу. Я хочу вспомнить все. Пойдемте. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Софушка, иди к нам. Становись, моя маленькая, становись сюда. Оп, молодец. Сейчас я буду считать от 1 до 10. И по мере того, как я буду считать, вы будете просыпаться. Когда вы проснетесь, вы будете испытывать приятные ощущения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почему она не открывает глаза? Что происходит? Подождите, молодой человек, я вас предупреждал. Можешь позвать врача? Я сам врач. Она сейчас очнется. Дайте ей минуту. Вы что-нибудь вспомнили? Я хочу домой. Алексей, не давите на нее. Придет время, она сама все расскажет. Ее воспоминания будут возвращаться к ней постепенно. Ей будет нелегко.